глаза белорусской моды, которые увидят все самое интересное. О боже, я даже не верю, что я сейчас смогу взять интервью у самой Лидии Ермошиной. Пойдем. Что для вас это модно? Что вы себе позволите надеть? Я думаю, что модно то, что не является уместным в данной ситуации, в данный период времени и уместным по отношению к данному человеку. В основном у вас деловой стиль. А есть ли возможность и надежда нам когда-нибудь увидеть вас в леопардовом платье или в красном платье? Или, может быть, у вас есть свой любимый цвет, который вы раньше, скажем, не примеряли, но теперь готовы? Нет, я не ношу красные платья. Все-таки я думаю, что каждому овощу свое время. И потом, это не мой стиль и не мой цвет. Расскажи, пожалуйста, антитренды. Колготки в сетку, но в принципе... Даже я люблю, и в горошки. Классно. Значит, вы туда попадаете, в эту группу. Да. Модно, стильно, молодежно. Ну, вам самим это нравится? Вы бы носили? Ну, не в нашей стране, может быть, за границей. Антитренд? Слушай, ну для меня антитренд, я честно скажу, колготки 150D, на них золотые босоножки открытые. Вот это все. Ну, ты можешь позволить себе в эфир там леопардовое платье? Я в жизни? Я нет, но знаю людей, которые... Вот многие у нас гости сегодня белорусской недели моды говорят, что леопард – это антитренд. Я смотрю, вас это не коснулось. Ну, нет, даже не коснулось. Да, а вы считаете, что это модно, красиво, и это должно быть? Ну, просто чтобы это подходило человеку, ну, вот. Вам подходит? Вы хищница, да? Ну, я надеюсь, что да, подходит. Да. Я хочу в это верить. То, что не модно, на ваш взгляд? Вы понимаете? Как-то, да, становится модным то, что забыто. И, видно, это правильно, это нормально, потому что, нет, конечно же, молодые креативные умы, они приносят свои отпечатки, свои линии, свои направления, в том числе в белорусскую моду. И сегодня, скорее всего, что больше нужно говорить о тренде, чем об антитренде, потому что, фактически, видимо, антитренд трудно придумать, и он навряд ли существует в теперешних ситуациях. Почему? Потому что, в принципе, красиво, модно все то, что красиво, и у каждого человека своя красота, а значит своя мода, свои тренды, свои бренды. Fashion Walk'а мы продолжаем, и сейчас у нас будет интеллектуальный баттл. Молодой человек, можно вас на секунду? Присаживайтесь. Расскажите, пожалуйста, кто вы и что вы? Александр Красницкий, дизайнер белорусской... Дизайнер чего? Дизайнер одежды. Отлично, мы начинаем наш интеллектуальный баттл, а начнем мы с того, что я вам задам несколько каверзных вопросов. Назовите, пожалуйста, фильм по кадру. Коко Шанель. А теперь назовите лицо моды. Ну что, вы не знаете? Нет, не знаю. Ладно, я рассекречиваю, потому что это Синди Кроуфорд. Да, ну, единственная модель, которую я... Из Америки приехал, а ничего не знает. Угадайте, кому принадлежит эта коллекция? Ой, по-моему, это Dolce & Gabbana. Вы угадали, потому что Dolce & Gabbana угадала даже я. Может быть, вы знаете, как называется этот трендовый цвет? В России он называется по-модному сейчас, как поет Тимати, баклажан. А, да-да, знаменитая песня. Ладно, даю подсказки, потому что будет тяжело самому сообразить. Я думаю, что он называется красиво. Марсала. Произнесите правильно французские названия брендов. Ленвин. Дальше. Слушайте, а на самом деле... Да не позорьтесь, вы говорите, как говорят все, нормально. И мы, благодаря вам, мы потом внесем корректировку и сделаем все правильно. Но по-белорусски это Гермес. Да, я тоже люблю Гермес. Бог такой был. Но на самом деле он звучит совсем по-другому. Ну как? Вопрос как? Он звучит просто Хемес. А, ну возможно. Хемес, да. А дальше? Барбара... Вот честно, я не знаю. Видно, что волнуется очень сильно. Не бойся очень оказаться, сильно. Ну, как по-русски сказать, простофилей. Давай, говори как есть. Я думаю, что все-таки это Хлоя. Правильно. Герви Леджер. Дорогие друзья, теперь я вам расскажу, как правильно называть французские бренды. Итак, Lanvin, Hermès, Barbara Bui, Chloé и, конечно, Hervé Leger. Слава богу, я это сделала.
Наша постоянная рубрика «Фэшн-уроки» от Анны Бонд. И сегодняшний урок – тренды в селфи. Уточку надо делать пью. На куда? На сюда? Ну, вы делаете, конечно. Давай. Пью. Коль уточки у нас делают все, мы будем делать рыбий зевок. Это так. Надо слегка приоткрыть это рот. Это как? Не улыбаться, наоборот, такая томность должна быть. А сейчас наша рубрика «Топ-лук». В объектив Вока попадают самые стильные, красивые и экстравагантные. Trouble of this world. Soon I will be done.